здесь, так сказать, пансион. Вроде памятника чешским легионерам, интервентов, что ли. Не знаете, зачем его сделали. Даже списки есть всех, кто здесь остался навеки из них. Что-то здесь я уже не был. И этого купца Конюшникова. Старое. Тут и здание старое. Типа мельница. Хлебная. Тут пристань была, разгружали все. Она немножко по-другому выглядела.